Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцко Боровский, сыночек и София, наша семья. В общем, ребят, сегодня наступил третий день, как появился на свет наш малыш. И эта ночь была очень тяжелая. Сейчас, ребят, на часах 8 часов, и за всю ночь я поспал примерно час. Соня поспала, наверное, часа полтора. И она была очень тяжелая, потому что он постоянно просыпался, плакал. Мы не понимали, то он есть хочет, то ли он есть хочет, то ли он сходил в туалет. Проверяем, не сходил. 3 раза этот памперс постоянно проверяю, раздеваю, туда-сюда. Подкладываем есть его постоянно. Потом подкармливали. Короче, была тяжелая ночь. На самом деле, может быть, он себя так вел из-за того, что лежал именно отдельно от нас. Когда положили его уже к маме, мы вот часик поспали. У нас получилось. Вот. Так что вот зашла недавно медсестра. Проснулись, положили малыша, кормим, вот. И я сейчас тоже хочу подкрепиться. Так, только надо включить свет. Почему? Потому что я хочу поставить кофе. И что еще съесть? Кашу, наверное, нет? Так, включим. Вода там есть, хватит? Есть. Да, на 2 кружки нарисовано. Должно хватить. Так, заливаем кипятком на половинку. И пусть запаривается. Так что, ребят, не обращайте внимания, потому что я сегодня могу быть немножко заторможен, как в первый день. Мне было тоже сложновато ехать за рулем. Я засыпал, прям вырубался, еле добрался. Хотя по дороге еще заехал к родителям, тоже не видел их, хотел вам сперхуст рассказать, поэтому был мега уставший. Сегодня тоже. Ну, такая жизнь семейная, когда у тебя появляются дети. Так что кофейка попью и надеюсь, я больше не засну. Хотя какой заснешь? Сейчас уже скоро Сонечке принесу завтрак. Вот. А мне надо будет сходить вниз и узнать по поводу оформления документов, по поводу свидетельства, когда его можно будет сделать. Знаете что? Тут у нас еще есть сливки, поэтому кофе у нас вообще будет по красоте. Опа. Ё-моё. И все, и можно пить. В общем, ребят, Соня покормила нашего малыша. И сейчас мы будем докармливать смесью. Идем в холодильнику. Мне надо его немножко поносить, чтобы он так, знаете, на руках посидел. Ему так спокойнее. Вот, достаем смесь. Кстати, сейчас, наверное, ребят, я уже пойду за другой баночкой. Сейчас я тут доедим, тут, наверное, на раз будет. Надо 15 миллилитров, с 10 часов мы уже будем давать 20, правильно? Да. Вот. Так что набирай, а угу. Я пока тут понянчусь, посмотрим в окошко на птичек. Угу. Посмотрим, что там, как там на улице. Солнышко такое. Да? Видишь? Хорошо, да, так. Красавчик. Ой, ты маленький. 3 дня нашего малыша, 3-й день пошел. И вот таким вот образом подкармливаем нашего малышонка. Вот так вот придерживаем. Я точно так же сам кормил. Мы по очереди. Смотришь, сейчас будет сама давать. Вот. И получается под щечку. Вот сюда. Получается, вот, чтобы ему не попало в горло. Надо в сторону. И он так рассмакует. Так, и все. И скушает. Вот видите. И по чуть-чуть, по маленькой-маленькой капельке. Вот так вот. Нашему малышу даем есть. Поэтому работа щепетильная с детьми. Аккуратно все время берешь. Все время, когда поднимаешь ребенка, надо поддерживать под голову обязательно. Обязательно всегда малыша надо поддерживать за голову. Вот. И вот так вот нянчимся. Часик поспал, но блин, я кофе выпил. Такой радостный, знаете. У меня прям, я танцую. У меня прям жизнь, я счастлив. Жизнь кипит, я счастлив, у меня сыночек. Что еще надо для жизни? Пройдусь по больничке, покажу, как тут выглядят коридоры. Сейчас надо сходить и докупить смесь, потому что закончилась у ребенка. Зашел в одну аптеку, там нету. Сейчас тут спросим. Там есть немножко другая фирма. Я хотелось бы уже такую же самую взять. Кстати, эта аптека, видите, круглосуточно. Так, в общем, все купил. Что, вы покормили? Да. Короче, не было хуманы, я зашел в 2 аптеки. Цели. Какой-то хип-пробиотик. Я сначала в одной посмотрел. Ну да. Говорит, просто резный выробник, це немецкий. Вот, эти подешевле, по 91. Да.
Сказали просто, Хумана будет только через 4-5 дней. Mm-hmm. Давайте, говорю. Там тоже 90 миллилитров? Тоже 90 миллилитров, видишь, такие же самые баночки. Mm-hmm. Взял 20-кубовые шприцы, ну, как бы, чтобы набирать, потому что уже с 10 мы будем давать по 20 миллилитров mm-hmm. нашему малышу. Так что такие делишки. Вот в холодильник? А, нет, не, если откроем. Будет. Когда откроем, тогда в холодильник. Пока должны стоять просто прикормленной температуре. Угу. И шприцы. Все, малыш уже заснул. Если что, буду так вот по чуть-чуть покатывать его. Соня пошла за едой. Снеданок уже выдают, да? Что ты, малыш? Мне? А, что еще дает? Булочку и чай. Ага. Так, а ты давай спи. Что он смотрит тут, слышишь? Не хочет спать. Контролирует. Что мы делаем? Да? Контролируешь? Ты поел, засыпай. Все, да. Так, ну, сейчас посмотрим. Пиловку мне говоришь, да? Угу. Ну, спасибо. Ты булочку. А булочка с чем? Тебе вообще, по сути, все. Мне все? А что, ты не будешь булочку? Если молоко нельзя. Ага. А булочку тоже вообще нельзя. Ты себе овсянку ту запаришь. Вот это да. И это чай, да? Да, чай с сахаром. Угу. Я ну-ка гляну, что за булочка. Она вкусная. Вчера я пробовала. Да? С корицей. Ну, вчера была с корицей. С корицей? Угу. Попробуем. А? Ммм, фу, а сладенькая. Угу. С корицей, точно. Так, получается, что тут, в принципе... А, нет, вчера на завтрак была гречка. Гречка молочная. Молочная, а сегодня уже... Перловка. Перловка. Вот, менюшка, видите, каждый день, в принципе, отличается. Посмотрим, что вкусно будет потом, да? М-м. Пока не пробовал молочку. М-м, нормально. Она разварилась вкусненько. Можно есть. Получается, так как Соне нельзя, то я все пайки ее съедаю. Хорошо. Соня ест овсянку. Вот так. На воде. Так и живем. Да. Сегодня мама привезет что-то. Да, покушать? Угу. Ты не заказала? Ну, сказали, что можно, но не сказала. Угу. Понятно. Нормально, буду доедать, кашка хорошая. Сладенькая, вкусная. Пробуй, пробуй, конечно. Это без корицы сегодня. Ну, а сладкая. А вчера была чуть другая, да? Вчера была с корицей. Угу. Так что, по сути, завтрак дали Соне, а я абсолютно все съедаю. Она чисто попробовала булочку. И все. А есть будет вот такую овсянку. Потому что ей нельзя ничего. Ну, зато я голодным не остался. Так что такие делишки. Обед! Наконец-то принесли еды. Самое классное, что происходит, да? Ну, какой-то разнообразный. Так, смотрим. Короче, что сегодня дают на обед? Речка. Курица какая-то. Курица с овощами. Где что? Морковка, лук и что это? А, ну и свекла. Да. Так, тут супчик из овощей такой легенький. Морковку вижу, картошку, булочка. Компот. Узвар, наверное, да? Ну и все. Так что, садись, наминай. А я что, я дома поем. Где-то по дороге перекушу. Я все равно тут без ночевки сегодня. Можно ли мне в речку? А что нельзя? Я думаю, можно? Кушай, вкусненько ж. Да? Наверное, да. Вот. Попробуй, скажи, как на вкус. Нормально. Такой нормально? Легкий овощной супчик. Ага. Ну, хорошо. Так, а мне эту капусту не буду есть? Чего? Мне нельзя капусту. Да? Ну, то оставь, я доем. Так что вот такие вот делишки. Там вот выдача еды. Святослав отдыхает. Видите, спит. Наелся и спит. Мы его накормили, напоили, отдыхает. Мы прилегли, думали, сейчас немножко поспим, хоть немножко сил набраться. Какие там обед? Ну, обед это святое.
Надо просыпаться. Да, Соня? Да. Поэтому такие делишки. В общем, теперь моя очередь кушать. Соня мне оставила супа половинку, булочку ей нельзя. И компот нельзя. А, кстати, смотрите, что есть. Гречку тоже нельзя. Получается, ты ничего не поела. Что ты съела? Буряк. Ты бурячок съела и курицу. Курицу и что еще ела? И все? Ну да, чуть похлебала. Там из-за того, что капуста, то Сонечка не ест. Вот. А у меня тут получается целая поляна. Вот. Вот это вот подливка, которую привезла Сонина мама. Я ее разогрел в микроволновочке. И теперь можно кушать. Так что буду есть. Опа. Это прям полноценный обед. Слушай, гречка очень вкусная. Да. Вместе с этой... Да. С грибами. Дай мне кусочек. Чего именно? Грибочка. А. Угу. Хоть чуть-чуть. Давай, бери. А, я свою ложку уже туда кину, давай. Попробуй мои. Согрелась она? Да, да, вкусно. Хоть чуть-чуть. Давай. Вкусно. Да? Блин, что? Ты что ложечку съешь? Чтобы не было плохо. Не будет тебе плохо, нормально все будет. Кушай. Хорошо? Да. Да, ну и слава богу. Ой. Вкусненько. Ладно, буду еда едать, чтобы вас не дразнить. На этом выключаемся. Так, ну что, ребят, в общем, я уже собрался, сейчас буду ехать домой. Уже вечер скоро. Но я Соню не бросаю, приедет Сонина мама на подмену. Вот. А моя мама как раз таки уехала, оставила собак. Поэтому я думаю, что они посидят пару часов без нас, ничего не случится. Да. Вот. Так что все, я побежал, зайчик. Давай, пиши мне. Все, все, пока. Все, зайчушка, пока. Завтра увидимся. Тихонько, зайчики, что вы заскучали за мной? Как вы тут без меня? А? А вижу, написёхали. Молодцы, сейчас я все поубираю. И я до приезда малыша тут надо будет все помыть, позаметать. Навести порядок, везде хорошенько пропылесосить. Знаете, тут мама ночевала с собачками, чтобы им было не так скучно. Потому что они ж любят внимание, да? Черюндель, Косюня, ура, Сережка дома. Да, зайчики. Так что такие делишки. Ай! Поэтому я буду разбираться, убирать, спать, отдыхать, потому что, ну, вы понимаете, я устал сильно. Вот такой вот у меня был день насыщенный. Так что пишите комментарии, рассказывайте друзья про то, что у меня родился сыночек, чтобы они тоже посмотрели выпуски. И до новых встреч, друзья. Ух ты. Смотрите, какие цветочки мама принесла. Всем пока.